Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Сегодня хочется поговорить с вами об уютной одежде стиля хюгге, популярность которой уже давно шагнула за пределы датского королевства. Она может подарить нам ощущение комфорта и тепла даже в холодное время года. Приятное прикосновение и счастливые воспоминания, которые наполняют душу теплом. Именно поэтому к стилю хюгге относятся прежде всего вязаные вещи, которые ассоциируются с уютом, теплом и заботой. Знаменитая скандинавская мода – это прежде всего благородство и утонченность минимализма, лаконичный силуэт, спокойные принты и отсутствие излишнего декора – важные составляющие хюгге одежды. Цветовая палитра натурально и сдержана. Серый, молочный, бежевый, голубой и коричневый. Ничего лишнего, что может отвлечь вас от глубокого созерцания, которое и позволяет вам почувствовать тот самый хюгге момент. Суровый холодный климат научил датчан находить радость в малом, ведь гармония и душевное тепло всегда можно создать посредством нехитрых приемов. И для этого совсем не нужно окружать себя огромным количеством вещей. Не будьте жертвой трендов и вещизма. Относитесь бережно к тому, что вас окружает. И научитесь получать от этого комфорт. Общение с близкими и тепло семейного очага – важная составляющая хюгге-философии. Ведь чем бы мы себя ни окружали, это не принесет нам полноценного счастья, без главного – любви и здоровья наших близких. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!